Сеть международных связей Нижегородского государственного университета имени Лобачевского постоянно расширяется. Так, в ноябре 2014 года делегация университета посетила высшие учебные заведения Республики Перу, а 17 февраля 2015 года был сделан очередной шаг в развитии сотрудничества с вузами Латинской Америки. Делегация Республики Перу во главе с послом господином Умберто Умересом Альваресом встретилась с ректором Нижегородского университета Евгением Чупруновым. Я нахожу эту беседу очень многообещающей, поскольку мы обсудили многие вопросы, касающиеся многих направлений нашего, возможно, нашего будущего развития. Поэтому для меня было большой честью присутствовать на этой беседе. Мне она показалась очень интересной и очень многообещающей. В этом году более 30 абитуриентов из Латинской Америки поступили к нам в университет на факультет иностранных студентов. Ну, 5 человек из Перу. Хотя у нас более 70 стран представлены на наших факультетах, мы, тем не менее, заинтересованы в том, чтобы спектр расширялся. Я думаю, что это и государство наше тоже поддерживает, и сейчас особенно это нужно. Я думаю, что вот то, что мы сейчас делаем, это в русле государственных интересов. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации совместных научных исследований и образовательных программ в самых различных областях – туризме, биологии, экономике, радиофизике, математике и информатике, а также перспективы обмена студентами и преподавателями. Мы можем сказать, что первые шаги мы уже сделали, и будем, конечно же, очень рады возможности принять ваших коллег, ваших представителей вузов перуанских на нашей земле.